Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим штатное зеркало с встроенным монитором от компании Phantom, модель RMS-430. Поставляется зеркало в фирменной упаковке. Внутри вот так вот все у нас упаковано. Имеется инструкция небольшая, оригинальный гарантийный талон. Само зеркало на вид как полностью штатное зеркало, корпус пластиковый, имеется сзади место для установки крепления, вот так вот отображение обычное, стандартное, без каких-либо бликов. Снизу есть еще подсветка с одной и с другой стороны, светодиодная подсветка, кнопка включения-выключения. Данное зеркало идет без автозатемнения. Вот в комплекте также имеются еще провода подключения питания. Вот и два видео входа. Подключается зеркало сугубо на 12 вольт. Сейчас мы к нему подсоединим камеру заднего вида и визуально посмотрим, как будет отображать данное зеркало. Подключили зеркало к камере. Видим изображение. Размер экрана 4,3 дюйма, разрешение 800 на 480 пикселей. Более чем достаточно, по моему мнению, ввиду того, что зеркало висит перед водителем, то есть перед самим лицом. Кнопка включения-выключения и также настройки по яркости. Видим, можно настраивать. При покупке на зеркало обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость его вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.